Говорить, что игра тяжелая была, наверное, смысла нет, это все понимают. Немножко нам облегчило удаление, но и все равно нельзя было забывать о том, что «Зенит», ну, команда, которая обладает высококлассными футболистами, и напряжение было, даже вдесятером они нам его создали. Поэтому как могли забить, так могли и пропустить. В общем, в целом мы довольны результатом, ну и качеством игры. Опять мы не забили, но и не пропустили. То есть опять не забили, но это сейчас надо отдохнуть. Над этим надо работать, надо иметь терпение и тренировать эти вещи. И думаю, что когда-то нас должно прорвать в плане забитых мячей. Еще хочется сказать, уже как традиция, про болельщиков. Сегодня было холодновато, что-то я даже не понял. Вроде плюс один пришло, ну, сколько могло. Сколько запустили, столько и по максимуму, я так понял, пришло. Поддержку мы чувствуем. Спасибо еще раз болельщикам. То есть будем все вместе на позитиве. Стараться выбираться из этой ситуации, в которой мы сейчас находимся. Спасибо. Если бы до игры сказали, что вы закончите с счетом 0-0, наверное, всех бы это устроило с нашей стороны. Но так как развивались события на поле, большую часть времени мы играли в большинстве и создавали моменты, поэтому немножко осадок остался. Нужно работать на тренировках, над реализацией. Единственный вот выход из этой ситуации. Все команды хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли такую уже не жаркую погоду, скажем. Спасибо большое и приходите, поддерживайте. Сейчас сложные времена, но мы должны работать, тренироваться, и все у нас будет хорошо.